Приветствую вас, дамы и господа. Мы уже близки к завершению нашего проекта. Осталось лишь найти двери в идеальном состоянии и также багажник. То есть 4 двери нам нужно обнаружить с глянцевой краской, то есть в хорошем состоянии. Главное, это именно краска, чтобы она была такой же блестящей, глянцевой. И, соответственно, присутствовали отражения. И все, тогда над копейкой мы работать закончим. И если мы не дождемся, сумеем найти все двери и не дождемся обновления, тогда перейдем уже, наверное, к Шкоде. Потому что, ну, больше нам ничего здесь не нужно. У нас огромное количество топлива. У нас канистры заполнены. Кстати, писали мне в комментариях, что я несколько канистр по дороге потерял. Но ничего страшного. Что-то потерял, что-то сегодня найду. В конце концов, у нас не бездонный багажник, ну и контент в игре не бесконечный. Так что, как только мы найдем все двери, но мне кажется, это все-таки будет не скоро. Так сильно мне никогда еще не везло, чтобы я сразу же нашел несколько дверей хотя бы подряд. Я уж молчу об одном строении, чтобы вот здесь вот сразу, например, был багажник и двери в нужном цвете и в нужном состоянии. Так мне не повезет, я думаю, но тем не менее мы будем пытаться. Хочется иметь автомобиль в идеальном состоянии. И я надеюсь, это будет не напрасно, что в ближайшем будущем мне выйдет какой-то патч, который убивает сохранение и так далее. Но даже если это будет напрасно, в любом случае нам заняться в этой игре больше нечем. Контента, опять же, никакого нет. Ну, точнее, контент какой-никакой есть, но его очень мало, потому что игра только на первом этапе разработки. И я думаю, нас ожидает впереди много всего интересного. А вот на этом пути мало чего интересного нас ожидает. Только лишь пустынная дорога. И, возможно, выпавшие канистры из багажного отделения. Кто знает, может быть, сейчас я наеду на очередной камешек, или меня развернет. Здесь уже все зависит от моей концентрации и мастерства вождения. Держу ручник на всякий случай, чтобы уж не свалиться. Вот вы сейчас, наверное, обращали внимание на зеркало заднего вида. Может быть, что-то и вылетело. Скорее всего, так оно и есть. Но я смотрел исключительно на дорогу, естественно. Я не могу смотреть сразу и в зеркало, и на дорогу. Но смотрите. Вроде как, судя по подвеске, по просадке задней подвески, вроде как что-то в багажнике осталось. Даже если мы потеряем все, например, нам все равно 20 литров хватит, чтобы преодолеть на километров 100, наверное, или около того. Естественно, за такое вот путешествие с таким расстоянием мы сможем обнаружить еще много топлива. Может быть, и баллон найдем, может быть, бочку полную бензина. Все может быть. Здесь уже рандом. Да что ж такое, блин? Что-то я заговариваюсь, и начинается... Начинаются эти развороты. Надо бы все-таки поаккуратнее, наверное, ехать и притормаживать хоть немного. А то я уже ничего не боюсь, без страха живу. Даже не отпускаю газ порой. Вот здесь вот надо бы все-таки притормозить, аккуратно повернуть и продолжить движение. Впереди нас ожидает еще одно строение. Было бы неплохо, наверное, еще один дом найти, тот, который самый редкий. Потому что мне интересно, насколько рандомен лут, который находится в этом доме. Может быть, заспавнится машина в зеленом цвете, например, вообще полностью в идеальном состоянии. В том числе и кузовных элементов, дверей всех, капота и так далее. Будет тогда вообще топово. Просто я бы предпочел зеленый цвет красному. Потому что, ну, красный как-то немного все-таки сливается с этой жаркой пустыней. А вот зеленый очень сильно выделяется. Тем более, что зеленый здесь, он такой кислотный. Есть болотный, конечно, но я имею в виду тот самый кислотный. Такой яркий, сочный, зеленый, как Ламборгини. Будет наша копейка в этом цвете смотреться. Так, ну что ж, выходим. Мы приехали на заправку. Здесь я вижу сразу, кстати, покрышку в идеальном состоянии. И бочку. Бочка
Вот, пожалуйста, бочка с топливом. Здесь очередная дама. Также есть канистра, еще почти 2 литра в канистре. Но я даже не знаю, стоит ли сливать из этой бочки топливо. А, подождите. А, фук, мне показалось, блин, я выпил немного топлива. Мне показалось, у меня литр остался в баке. Я просто бак забыл открыть и пытался налить. Да, не обязательно открывать крышку в канистре, но обязательно при этом открыть крышку бензобака. Так, тут также ведро есть, причем оно полностью заполнено маслом. Вот покрышка хорошая, и диск тоже вроде как сверкающий. Можем поменять сейчас колесо, но, по-моему, у меня все колеса в хорошем состоянии. Вот это идеальное, кажется. Это тоже идеальное, как будто. Здесь особо непонятно. Вот это тоже в хорошем состоянии. Ну, хрен его знает. Давайте вот это вот заднее колесо поменяем. По-моему, идентично покрышке. Или нет? Нет, все-таки, наверное, вот это вот получше. Так, ладно. Устанавливаем. Канистра нам не нужна. Хотя мы в эту канистру сейчас можем... Ну ладно, давайте заполним эту канистру. Одну канистру мы тогда заполним этой смесью. Если я сейчас найду шланг, конечно. А по-моему, я его потерял, да? Причем давно. Да, шланг я, наверное, не найду. Но мы можем и так взять в руки бочку. Сколько там вообще топлива? 30 литров. Поднять я ее, в принципе, могу. Давайте перельем. Так, вручную, без шланга. В таком случае. Открываем. Берем и аккуратненько наполняем канистру. Так даже быстрее будет. Не нужно подключать этот шланг. Не, шланг не такой полезный в итоге оказался. Да, можно слить с автомобиля топливо. Но при этом нужно учитывать то, что в автомобилях не так много топлива можно обнаружить. Вот в таких вот бочках, да, в баллонах тоже, да. А в автомобилях максимум, мне писали, по-моему, 3 литра кому-то попадалось. Не знаю, напишите в комментариях, кому максимум, какое количество топлива попадалось в брошенных автомобилях, в бензобаках брошенных автомобилях. Я думаю, не больше 5, наверное. Может быть, такое же количество, как и в канистрах. В канистрах мы, по-моему, ни разу даже 10 литров не находили. Так, ну что-то долго на самом деле. Сколько там уже? 13 всего лишь. Ладно, заполняем дальше. Ну давайте полную, одну канистру полную. Тем более, что мы потеряли в прошлый раз несколько канистр, именно больших, по-моему. Так что, ну давайте одну полностью заполним. Пожалуй. И будем направляться дальше. К сожалению, здесь никаких кузовных вроде как деталей нет. Сейчас я еще повнимательнее осмотрю. Здание можно запрыгнуть опять же наверх. Можно глянуть в сортир. Женщину я, пожалуй, на этот раз оставлю здесь. Слишком много у меня было женщин. Я теперь стал более... Здорово, здесь говно. Я теперь стал более моногамен. И оставлю только одну женщину. Закину ей канистру, даже багажник не буду открывать. Так, закрываем двери. И давайте еще здесь посмотрим. Но здесь пули, кстати, есть. Которые я так долго ждал. Так. Как там заряжать? Опять забыл. Зарядить. И чтобы не мучилась эта женщина здесь в одиночестве в пустыне, нам придется помочь ей и избавить ее от страданий. Так, я не закрыл. Press F. To pay respect. Так, ну, патрончики тогда мы заберем. Вот это она рванула, конечно. Так, патрончики мы забираем и можно направляться дальше. Не переживай, не переживай. С тобой такое не скоро произойдет. Но произойдет. Ты обречена. Ты должна это принимать во внимание. Ты должна это понимать, что рано или поздно я сойду с ума и пристрелю тебя тоже.
Она так посматривает на меня одним глазом. Хочет стянуть воздушку, которая находится у меня, наверное, за спиной. Уж не знаю, куда я ее помещаю. Ну, предположим, у меня рюкзак какой-нибудь, где может вместиться и длинная винтовка. Так, ну и мы, подпрыгивая и разворачиваясь по классике, продолжаем движение. Хорошо, что здесь спрыгнуть с обрыва нельзя. Так, ну вроде даже мы ничего и не потеряли. Нормально, едем дальше. Да, хотелось бы обсудить мобильный контент, а точнее, куда он пропал с канала, потому что многие до сих пор не в курсе, куда делись мобильные игры. И почему не выходят ролики по мобильным проектам соответственно. Я уже несколько раз постил в разделе сообщества на своем канале о том, что я создал отдельный канал под мобильный контент. И там я планирую выкладывать, соответственно, ролики исключительно по мобильным проектам, по мобильным играм. Может быть, даже по приложениям каким-нибудь. И вообще в целом про мобильные девайсы, носимые устройства, может быть, еще какие-то, про какой-то портатив, про какие-то портативные устройства. Все будет на этом канале. Этот канал в целом посвящен, опять же, мобильным устройствам. Может быть, не только играм, я не знаю. Пока там я экспериментирую, потому что денег он, естественно, мне никаких не приносит, там отключена даже монетизация. Я чисто экспериментирую, особо не запариваюсь. Есть там, конечно же, и очевидный трешак и мусор с плеймаркета. Есть и... Так, что-то произошло нехорошее. Но есть также и достаточно годные игры, особенно в сервисе Apple Arcade. Это сервис, который по подписке предоставляет доступ к эксклюзивным играм в рамках устройств под управление iOS. И там чуть ли не каждая игра — это годнота. Даже какие-то гиперказуальные игры, они без какого-либо доната, рекламы и так далее, с хорошим визуальным стилем, с звуковым сопровождением, тоже приятным и так далее. То есть, ну и геймплейно в первую очередь. Геймплейно там все хорошо, и пока это навевает на мысль, что мобильные игры продолжает развиваться в нужном русле, в правильном, так сказать, не для разработчика, скорее, а для потребителя. Так, ну что ж, мы подъезжаем к еще одному зданию. И, в общем, на канале там уже есть достаточно много роликов. Я выложил, наверное, порядка 20, возможно, роликов. Так что я еще раз напоминаю, не хочу постить каждый день об этом в сообществе. Не хочу постить ссылку на канал или на ролики. Я упомяну в видосе теперь, что если вы не в курсе, я создал новый канал исключительно под мобильные игры и прочий контент. На этом канале в ближайшем будущем уж точно не будут выходить ролики по мобильным играм. Так, ну здесь, короче, мусор один. Блин, двери и вообще всевозможные детали кузовные, они попадаются в одинаковых цветах. Вообще глянцевый не встречал. Так, надо запрыгнуть наверх. Да, поэтому я даже ссылку оставлю под этим роликом в описании на канал. О, отлично, 4 литра, вот, кстати. Насчет топлива находимого. 4 литра вполне неплохой результат. Так, главное сейчас не выпить опять, а аккуратно просто залить. Также ссылка есть в разделе «Интересные каналы». Там всего 2 канала. Один канал моего товарища, который он забросил, и другой вот этот вот новый мобильный. Там будет много видосов в ближайшем будущем. А дальше как пойдет. Может быть, я все это дело заброшу. Может быть, не заброшу. Тут уже предсказать я не могу. Надо было поспать, наверное. Уже откатилось наше состояние. И, скорее всего, уже можно спать. Ну ладно, отправимся ночью. Продолжать будем движение. И тем временем мы уже практически 180 километров проехали. Да, ровно 180. Давайте даже остановимся. Блин, нет, ровно 180 не получилось, потому что безумный тормозной путь, когда
вы на такой скорости едете. Да, сколько мы преодолели с этим автомобилем? Заменить бы еще двери. И тогда действительно... Блин, еще и елочка красная гармонирует, смотрите. Козырьки бы красные. Было бы вообще топово. Ладно, давайте попытаемся поспать. Да, мы уже можем поспать. И поедем дальше. В общем, я встречаю в комментариях постоянно. Постоянно людей, которые не в курсе о существовании канала с мобильными играми. И они постоянно спрашивают, каждый день, где мобильные игры, когда будут мобильные игры и так далее. Так что я буду рад, если под такими комментариями, ёшки-матрёшки, если под такими комментариями вы будете оставлять ссылку на мобильный канал, если кому не трудно, конечно. Если кого не затруднит, вы случайно наткнетесь на подобный комментарий, то будет хорошо, если вы оставите ссылку, потому что я уже сам устал этим заниматься. Ставьте ссылку на канал с мобильными играми. Потому что такие люди будут появляться постоянно, наверное. Все-таки какой-то мобильный контент у меня остался на канале до сих пор, и просмотры эти ролики набирают по-прежнему. Ё-моё. Так, по-моему, мы в странное место приехали. Кажись, генератор сдал назад и отказывается генерировать. Так, давайте здесь вот прям совсем аккуратно. Сейчас мне интересно посмотреть на здание, которое сгенерируется. Или оно вообще теперь не сгенерируется. Может быть, эта дорога в никуда нас проведет. Потом попробовать можно перезайти. Так, тихо-тихо, притормаживаем здесь. Не хочу упасть. Вообще было бы неплохо сохраниться. Да, давайте здесь сохранимся. Сейчас выйдем. Ручник ставим. Смотрите, островки летающие. Жесть. Вот, скорее всего, и здание будет такое же летающее. Если мы найдем его вообще, если оно заспавнится. Так, ну что ж, аккуратно спускаемся. Вот вам, пожалуйста. Казалось бы, контент закончился. И он действительно закончился, но игра до сих пор преподносит нам сюрпризы. На этот раз в виде багов или, возможно, в виде просто незаконченного генератора. Незаконченной работы, не отполированного генератора. Так, ну здесь можно все-таки разогнаться перед поворотом. Я буду, естественно, бить по тормозам. Но мне кажется, это баг все же. И если перезайти в игру, то все будет нормально. Скорее всего. И вообще, было бы неплохо прямо сейчас это сделать. А то мы, скорее всего, пропускаем просто постройки, возможно. Может, они вообще не будут появляться. Так, вот здесь мы тихо притормаживаем немного. Давайте еще какое-то расстояние проедем. А там посмотрим. Попробуем потом перезайти. Извилистая дорога, что не очень хорошо. Но, кстати, мы видим, как асфальт выглядит вообще в целом. Такая толстая прослойка. И столбы. Немного утопленные вниз. Так, вон там, по-моему, здание какое-то есть, мне кажется. Нет, мне кажется, там просто подъем нас впереди ожидает. Давайте еще проедем километров, не знаю, 5-10. Если постройки сейчас не появятся, попробуем перезайти в игру. И я думаю, все наладится. Все должно наладиться. Так, на всякий случай я сбавлю скорость, потому что машина уже начинает вводить в разные стороны. И лучше перестраховаться. На подъеме тоже сбрасываем скорость. Осторожно заезжаем. Но здание пока не видать. Снова прямая. Издалека кажется, что там вот здание появилось, но это, опять же, столбы, которые кучкуются. Они создают впечатление какого-то строения, когда вместе склеиваются. Так, на всякий случай все же буду опять притормаживать. И дорога у нас уходит направо. Так, опасно! Газ я полностью отпустил, но так как мы с горочки. По-моему, вон там вдали что-то есть. На повороте, после поворота.
Причем задник, он, смотрите, меняется с каждым пройденным отрезком этой дороги. Да, вон там заспавнился домик, по-моему. Сейчас мы к нему подъедем. Посмотрим, можно ли забраться в него, подобраться как-то к нему. Ну, заодно сохраним игру, можно попробовать провалиться. В общем, это наша последняя точка отдыха на сегодня. А потом попробуем перезайти в игру и посмотрим, изменится ли окружение, заспавнится ли песок, соответственно. Так, тихо. И камни, и прочее. Немного притормаживаем снова. Слушайте, это не дом, случайно? Может быть, это тот самый дом? Какое-то массивное такое ощущение. Большое здание. Можно попробовать так. Или это камень? Возможно, это камень, на самом деле, который в очередной раз левитирует. Но мы в любом случае там у этого объекта, какой бы он ни был, у этого объекта мы тормознем. По-моему, это все-таки дом. Интересно, если это дом, там есть пол, там есть поверхность, какой-нибудь фундамент. Или машина, например, которая там заспавнилась в этом доме. Что-то какой-то странный дом, на самом деле. Что-то непонятное. Или машина, которая заспавнилась бы в этом доме, она провалилась. Да, это дом, действительно, это дом. Тот самый дом. Сейчас давайте аккуратно тогда сюда подъедем. Естественно, подобраться к нему мы вообще никак не сможем. Как бы мы ни старались, так что мы просто ставим ручник, открываем дверь. Да, все, перезаходе. Ситуация была исправлена. Подбираем наше барахло. И как раз я опять выжелал этот дом. Захотел, чтобы он нам попался. И вот, пожалуйста, мои мольбы услышаны. Моя просьба осуществлена. Теперь мы можем аккуратно подъехать к этому дому. Сейчас посмотрим, будет ли там автомобиль. Может быть, он уже провалился и больше не заспавнится. Но, по-моему, там что-то есть. Что-то похожее на машину. Или мне кажется. Так, ручник здесь ставим, выходим. Давайте смотреть. Нет, это была бочка, которая сверкала. Да, машины здесь нет. Но здесь какой-то пол есть. Может быть, мне просто не повезло, она не заспавнилась. Так, окей, здесь есть бочка, которая наполнена водой. Здесь у нас абсолютно ничего. Нет, к сожалению, в этом доме мы, видимо, толково ничего не найдем. Кровать вот лежит. Так, можно попробовать запрыгнуть наверх. Ну и там, по-моему, в прошлый раз наверху на этом доме мы ничего не нашли, да? Только на втором этаже вот здесь воздушка еще лежит. Да и все. Так, ну давайте попробуем. Не помню, каким образом я запрыгнул. По-моему, по трубе я как-то пробирался в прошлый раз. Да, ну вот здесь просто крыша. Я соскользнул в прошлый раз, по-моему. Все, больше здесь ничего нет. А, вот канистра! Нормально. Как раз приземлился. Так, кинем ее пока сюда. Я даже не обратил внимания, что там за жидкость внутри и в каком количестве. Так, ну вот теперь, наверное, я все смотрел. Да, скорее всего, так и есть. К сожалению, никаких кузовных деталей. Здесь лишь немного, но, скорее всего, топлива. Да, 1,5 литра. Заправляем тогда наш автомобиль. И на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.